батька царів Салтан, його сині Гвидоні Салтановичі і прекрасний царевні Юрії. Ремікс. Под окном пряли стекло на окно. You gotta eat me, baby. Yum, 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 yum. You have to eat me, baby. Yum, 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 yum. I make you eat me, baby. Yum, 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 yum. You gotta eat me, baby. Whoa, yeah, for I'm tasty, tasty. I'm your pizza, so very tasty, tasty. I'm your pizza, oh, 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 tasty, tasty. I'm your pizza, so very tasty, tasty. I'm your pizza. Как бы я была царица? Третья говорит девица. Я для батюшки царя родила вратаря. Входит врач стороны той, главный врач. Если я заболею, то к врачам обращаться не стану, потому что я знаю, что такое врачи. Ты к исходу сентября мне роди вратаря. Царь однажды потусил, отошел и пошутил. Закатайте, говорит, вы царевну как родит. Хоть и маленьким был срок, родила царица в срок. И царицу в тот же час сыном в бочку посадили, засолили, покатили. Этикетка на боку, надпись «В собственном соку». Пролетают дни и ночки, мальчик вырос в форме бочки. Ой, не буду гулять, буду танцевать. Пристают царицы гости. Царь-салтан зовет их гады. Ой, вы гости, господа, долго ли ездили? Куда? Ну-ка, руки убери. Царь-салтан им говорит: ладно ли за морем или худо, и какое в свете чудо? Корабельщики в ответ: мы объехали всех свет, светы очень заводные. Жени тоже заводные. Юли тоже заводные. Лены, Тани заводные. Настя, Яна и Кристины. Ани, Кати, Оли, Гали. Иры, 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 Иры. Есть еще одна Динара. Светишь, вот какое диво. Остров на море лежит. То ли Кипр, то ли Крит. И повсюду иностранцы про него поют романсы. Царя не удивили. В чуде увидав изъян, спрашивает вновь салтан: ладно, заварим или худо, и какое в свете чудо? У Гвидона белка есть. У Гвидона белка? Да. Белка песенки поет, за орешками пьет, ядра чистый изумруд, пахнут так,
Кремль худо? Светишь, вот какое диво. Море вздуется бурливо, побежит, подымет вой, хлынет на берег пустой, разбежится в чудном беге и очутятся на бреге, в чешуе, как жар лучистый, гимнасты и волейболисты. Как на подбор, с ними дядька. С дядькой и тетька. У солдата вновь склероз. Снова задает вопрос. Уважаемые знатоки, вопрос задает Ирина Павловна из станицы Кущевская. Внимание! Какое в свете чудо? Время! Время! Кто будет отвечать? Отвечают корабельщики. Видишь, вот какое диво! Говорят, царевна есть! То не можно, то не нужно. А хотелось бы. Так где уж? Месяц под косой блестит. Целый месяц, ты прикинь. Вот еще какое диво. Молвить можно справедливо. Nokia, connecting people. А царь-салтан в осадок выпал. Тут же спится и повариха, и гламурная тусиха с сватьей и бабой-поварихой загрузили МП-3-ку. Все тут начали плясать. Стали чудо вылезать. Скатерть говорящая. Самоматерящаяся. Черт с рогами. С горячими пирогами. Белка по небу летает. И гвидона подгоняет. Птица съела повариху. Поварих будет качеху. Бочка вместе с вратарем. Победила в Олимпу. После 107-го чуда стало вдруг салтану худо. Завершаем наш сюжет. На обед пора уже. И я там был. И я там был. И ты там был. И ты там был. А ты где был? Мед пиво пил.